открываем нашу елочку. Всем привет! И вы на канале Сестричек! Как вы нас и просили, сегодня мы снимаем видео новогодний декор комнаты! Начнем с того, что мы уберем наш осенний декор. Снимаем нашу вешалку. На следующий год понадобится нам. Снимаем осенний веночек. Оленя мы оставим. И звездочку оставим. Эти шишки мы тоже оставим. А мольберт мы уберем. Потому что здесь у нас будет стоять елочка. Это мы тоже уберем. Этими фонариками мы сейчас украсим наше окошко. Ребята, пишите нам в комментариях, какого числа вы украшаете ваш дом. Ну или комнату. Мы любим пораньше. Ну что, ребятки, проверяем лампочки. На счет три окошко зажги. Теперь у нас синяя комната. Так, ну ладно, окошко украсили, а теперь остальное. Я хочу наряжать елку. Ну что, открываем нашу елочку. Алло, вы что да? Теперь нам нужно собрать наши шарики. Их очень много. Елочка у нас получилась. Золотого цвета здесь больше. Здесь тоже есть такие. Ну, по-моему, получилось очень красиво. Ну что, давайте выключим свет. Раз, два, три! Елочка, лови! Так красиво! Так, сейчас я немножко украшу свою кровать. Поменяю надпись на светильнике. Так как у нас первый праздник Рождество, я напишу Merry Christmas. Мы отмечаем Рождество 24 декабря, а потом уже Новый год. И подарки мы тоже получаем не на Новый год, а на Рождество. На полочку посажу вот такого вот оленя и шапочку Санта-Клауса и вот такую вот мишуру. Ну что, моя кроватка готова. Теперь я украшу мишурой. Есть у меня такой вот снеговичок. Поставлю его вот сюда. Мешочек с подарочками. Вот такими снежинками мы обклеим кровать.
На эту тумбочку мы постелим вот такую вот красивую подстилочку золотого цвета. Еще у нас есть вот такие вот коробочки с подарками. Ну там, конечно же, ничего нету. Мы поставим их на эту полку. Еще мы сюда положим такие бусики. Они похожи на маленькие елочки. Сейчас я буду делать снеговика из такого горшка. Я беру акриловую краску белого цвета и должна закрасить весь горшок. Снизу по краю я крашу красным цветом. Вот что у меня получилось. Два горшочка. Теперь ему нужно нарисовать глазки, носик и ротик. Для шапочки нам понадобился старый носок или перчатка. Отрезали половинку и надели на нашего снеговика. Получился очень-очень милый снеговичок. Поставим их вот сюда. Думаю, что мы на этом закончим. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!